Надеюсь, что меня слышно и видно. Эфир будет посвящаться сегодня школе, и я надеюсь, что в этот раз я буду более краткой. На самом деле очень много отличительных особенностей в итальянской школе, и я постаралась емко уместить их все в свою тетрадь, в свой ежедневник. У меня получилось 28 пунктов, и на... В ходе прошлой с вами беседы обнаружилось еще два пункта, которые я дописала себе в ежедневник и расскажу вам сегодня об этом после того, как перечислю основные 28 пунктов. Будет еще два бонусных, которые я придумала еще. И да, действительно, очень много особенностей итальянской школы, и она абсолютно не похожа на русскую. Давайте приступим, я вижу, что вы уже смотрите. Те, кто не успевает, присоединяются к нам в записи. Итак, в школу берут абсолютно всех, потому что есть абсолютно простой закон в Италии о том, что детям нужно предоставлять образование. Вот и все. Поэтому есть документы, нету документов, хороший, плохой, здоровый, больной, всех берут в школу. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень хорошо. Хорошо, естественно, потому что это... Ну, так скажем, базовое обучение, которое необходимо всем, и многие, да и что тут стесняться, мы в том числе тоже воспользовались такой опцией и устроили ребенка в школу до того, как получили документы. И более того, я вам хочу сказать, это хороший мотив для переезда с семьей сюда, потому что я переехала в Италию именно таким образом. Берите себе на заметку, мы отправили ребенка в школу и далее... как бы уже по логической цепочке следовало, что я остаюсь здесь, потому что мой ребенок учится, я запрашиваю документы, я запрашиваю вид на жительство, и пошло-пошло-поехало. Таким образом, я ассистирую своего ребенка, пока он учится в школе, а в школе он обязан учиться до 18 примерно лет. Так или иначе, начальная школа и детский сад предоставляются детям без всяких ограничений. И также есть приезжие из других стран, которые не очень хорошо себя ведут, не очень хорошо понимают русский, итальянский язык, дерутся, может быть, плохо реагируют на, скажем так, во время адаптативного периода плохо реагируют на общество, особенно тем более в кругу детей. Поэтому, ну, бывают неадекватные дети, и, к сожалению, таких детей никуда не уберешь. Некоторые приехали с войны, как я уже рассказывала в прошлый раз, и, скажем так, очень много проблем от этих детей, обыкновенным детям, итальянским, либо каким-то другим. И с этим приходится справляться учителям, какой-то коллегии там школьной, ну, в общем, никуда от этого не денешься, поехали дальше. Второй пункт – это то, что в школе есть два режима обучения. Есть до обеда режим, а есть режим после обеда. То есть либо ты приходишь в школу с 8:30 до обеда, покушал и ушел, либо ты приходишь в школу с 8:30 и остаешься до 16:30, ты кушаешь, а потом у тебя еще идут уроки. Как это все происходит? Вообще, как представить себе рабочий день? Два урока подряд, потом перерыв. Во время перерыва дети кушают, так называемая меренда у них, они берут с собой какие-то свои перекусы, и затем еще два урока подряд идут, потом обед, потом снова два урока, перемена и снова два урока. То есть вот так вот они учатся по парам, несмотря на то, что они еще маленькие, да, и абсолютно по-другому, нежели учились мы. Потому что у нас после каждого урока, если вы помните, те, кто примерно моего возраста и раньше, после каждого урока был перерыв. Итак, хорошо. Третий пункт, как дети идут в школу. Мы ездили на автобусах, ходили пешком, там как только мы не добирались до школы, и расстояние нам было не помеха. Сейчас же дети едут в школе либо на школьном автобусе, либо, если родители могут завести, то родители завозят в школу. Обязательно нужно сопровождать своих детей и до того момента, по крайней мере, когда они пересекут школьный порог, потому что на школьном пороге всегда, когда школа открыта, стоит кто-то, кто контролирует. То есть человек как бы принимает обязанность за этих детей, обязательства, которые за детей, которые заходят, а все остальное время за детей отвечает родитель. Нельзя оставлять несовершеннолетних детей вот так вот
вот без присмотра, даже если ты оставил, это, в общем, будет чревато вдруг, если что случится, и итальянцы предпочитают этого не делать, таскают с собой везде своих милых, прекрасных детей. И даже на дискотеке. Отдыхают везде тоже с ними. Забирание детей из школы происходит примерно так же. То есть открывается школа, учитель выводит весь этот выводок детей и по одному представляет толпе родителей. И родители из толпы там выкрикивает «я-я», забирают своего ребенка и уходят. Вот таким образом происходит забирание. И это занимает определенное количество времени, потому что классов несколько. И, ну, в общем-то, пока каждый родитель среагирует, проходит минут 10-15. Следующий пункт, четвертый. Сумма оплаты за обеды и автобус зависит от годового дохода родителей. Так что можно платить меньше, можно платить больше. Вот. Нету фиксированной стоимости, так как это было у нас, но платить нужно не за все, никаких там поборов нету, как у нас это было. Опять же, все время как у нас, да, ну потому что хочется сравнивать, иначе бы не было такой темы отличительной особенности, если бы нет чего было отличать. Так, поехали дальше. Пятый пункт, как я уже сказала, не сдают деньги на ремонт школы дети, только лишь платят за обеды, пульмину, да, школьный автобус. И иногда, если день рождения, допустим, у детей у кого-то в классе, то по желанию могут сдать нам подарок. Но это тоже не обязательно, хотя если кто-то желает, один из родителей предлагает, чаще всего остальные вынуждены согласиться, чтобы не производить какого-то некультурного впечатления. Итальянцы очень сильно за это переживают, особенно в маленьких городах. Привет, привет всем, слушайте дальше. Значит, был у меня пятый пункт, давайте к шестому. Шестой пункт, раз уж я про день рождения заговорила, то я хочу сказать, что день рождения отмечают в школе, и да, это в какой-то степени похоже на то, что у нас, но с другой стороны не похоже, потому что у нас было больше свободы в плане креатива, как отметить свой день рождения, что принести на угощение. Здесь же как-то все более одинаковенько, скучно, ну, в общем-то, в стиле итальянцев, которые всегда скучно празднуют свои праздники. Не умеют они отмечать как следует праздники, и все это заключается у них, в конце концов, в посиделках за столом, просто в пожрать и выпить вина и много-много разговаривать. Вот. Как по мне, так это скучно, например. Но я сейчас не за тем, чтобы рассказывать вам мои личные умозаключения, да, а все-таки для того, чтобы больше сделать обзор. Поэтому следующий мой пункт, это седьмой. У итальянцев нет 1 сентября. А, подождите, так я не рассказала про день рождения. На день рождения дети приносят с собой обычно кростата, это такой пирог из песочного теста. С разными могут быть начинками, там несколько пачек сока принесут, стаканчики, салфетки, все с собой. И, в общем-то, на переменке вместо меренды, вместо своего перекуса, они кушают это, поздравляют именинника. Именинник задувает свечки, ну и, в общем, все. Учитель делает пару кадров, присылает потом нам группу WhatsApp, группу родителей. Окей, хорошо. Дальше. Всем привет присоединившимся, слушаем дальше. Седьмой пункт. Нет 1 сентября. Как нет 1 сентября? А вот так. 1 сентября у нас еще лето, друзья. И мы отдыхаем, в то время как вы продолжаете наполнять Инстаграм своими фотографиями с детьми, с цветочками, там все нарядные. У нас школа начинается 15 сентября и продолжается она до июня. Блин, как мне надоела эта маска. Ладно, уже сейчас не буду ничего трогать. Где-то до начала июня продолжается школа. И причем, заметьте, без каникул на весну и на осень. Единственные каникулы, которые есть у ребят, это зимние каникулы. Так, девятый пункт – пропуски. Пропускать школу в итальянскую – это очень заморочено и очень проблемно, потому что потом не оберешься разгребать.
Что я имею в виду? Дело в том, что количество пропусков ограничено. И если превысить количество пропусков, то можно остаться на второй год просто-напросто в школе. Поэтому с этим лучше не шутить. Так или иначе, если нужно пропустить по какой-то уважительной причине, обязательно нужно, чтобы родители написали объяснительную записку со своей подписью, иначе считается причина неуважительной, что бы ты там ни делал. Так, то же самое касается опоздания в школу, даже если ты пришел, но позже, и то же самое касается забирания раньше, ухода раньше из школы, если нужно там куда-то раньше уйти. Обязательно нужно заполнить в журнале специальную форму и подписаться родителю, написать, во сколько забрал, по какой причине забрал. В общем, все так очень заморочено, дотошно, но это нужно делать обязательно, чтобы не засчитался пропуск целого дня. Так, окей. Сюда же хочу сказать, что нельзя прийти в школу и посмотреть, как дети учатся, походить по школе просто так, рассматривая там картины где-то в коридоре. Я, допустим, училась в гимназии, у меня была красивая школа, и можно было просто ходить по ней, там что-то рассматривать, какие-то панно там висели, картины, какие-то работы детей, выставки. Здесь такого нельзя делать, и есть специальные дни, когда то ли это школьное собрание, то ли это какое-то мероприятие. Обычно это финал школьного года учебного, либо это Новый год, хотя, скорее всего, Новый год тоже нет, потому что они отмечают его в спортивном зале. Ну, в общем, в школу практически нельзя зайти и нельзя по ней походить. Поэтому мы не в курсе, что там происходит, и я не могу пойти посмотреть в столовку, что они там едят, если мне, допустим, сын говорит, что мне не нравится там что-то невкусное или какие-то проблемы. В общем, я туда не могу вмешиваться, я все должна решать через учителей. Вот. Учителя доступны раз в неделю, каждую неделю учителя доступны к разговору, и они ждут желающих родителей, ну, например, как у нас, каждую среду. Так что в случае каких-нибудь проблем можно спокойно обратиться к учителю, подойти и поговорить. Они очень отзывчивые и с радостью помогают. Особенно если ты понимаешь итальянский язык и понимаешь, что они тебе говорят. Поначалу у меня с этим были проблемы, потому что я не знала, как обозначить свою проблему, и тем более не знала, как понять, что они мне на это отвечают. Так что, если вы уже живете в Италии, или собираетесь переехать, знаете, что общение очень важно, язык очень важно знать хотя бы на каком-нибудь уровне и не стесняться на нем разговаривать. Иначе мы не сможем понять, что происходит в школе, и не сможем нести нормальную ответственность за своих детей. Дальше, следующий пункт. Дети не могут уйти из школы сами. А, ну это я уже сказала. Окей. Раз в неделю учителя доступны к беседе. Это я тоже сказала. 12-й пункт. Нет дневника. В школе в итальянской дети не ведут дневник. У нас же был в Беларуси дённик назывался. Это специальная тетрадь в более таком прочном переплете, где разлинеены все дни недели. Суббота, воскресенье, там маленькие были графы. В общем, ничего этого нет у детей в Италии. Они берут просто тупо ежедневник. Ежедневников выбора здесь много. Выбор ежедневников здесь большой. И они пользуются ими. И нет правил ведения дневника, ежедневника. Просто покупаешь его и ведешь. Если у нас это было 4 клеточки, нужно там отступить. Потом с красной строки начать. Да, там, если зачеркнул или слишком накалякал, то тебе замечание сделают. Ничего. Они свои дневники раскрашивают, как хотят. Чирикают там. Вырывают, если нужно. Никто за этим не смотрит. Так, ну, либо обычную тетрадь. Мы раньше пользовались обычной тетрадью, но потом мне сын рассказал, что: «Мам, ну что-то как-то все с ежедневником, что-то не тетрадь покупаешь». А ну я-то не знала, поэтому теперь у нас тоже ежедневник и тетрадями мы больше не пользуемся в качестве дневника. Следующий пункт. Нет тетради для контрольных работ и домашних заданий. Все контрольные работы выполняются на листочках, специальные отштампованные уже листочки, откопированные, заранее заготовленные с заданиями. Дети вписывают туда что-то, вставляют там, соединяют, там, допустим, две части там чего-то, либо пронумеровывают там, если нужно с картинкой совместить. Ну, в общем, такие простяцкие задачки очень им задают.
Они сильно не заморачиваются по поводу там, обучения, по поводу того, чтобы требовать с ребят чего-то более сложного. Так, окей. Да, тетради для домашних заданий тоже нету, и домашние задания делаются в больших таких книгах. То есть книга-журнал, она же и учебник, и в ней же есть задания, которые должны делать дети. Не сдают тетради и не ставят оценки за ведение тетради. Как я уже сказала, для них все равно, как они ведут свои тетради, для учителей все равно, родители не уделяют этому никакого внимания, ну и, соответственно, дети не учатся этому, они ведут как попало, и теперь вот в 4 классе мы сталкиваемся с тем, что непонятно вообще, что написано, вот вообще непонятно, докторский почерк. А потому что еще следующий пункт в школе итальянской не обучают каллиграфии. В 1 классе научили держать ручку, посадили за парту, положили лист. То есть не обращают дополнительное внимание детей на то, что это необходимо держать спину прямо. Там необходимо, например, наклон какой-то делать. Ну, то есть всего этого ничего нету. Как хотят, так и пишут. Им один раз рассказали. С одной стороны, конечно же, это свобода определенная, но с другой стороны, это большое упущение, потому что дети, не умея пока распоряжаться своей свободой, упускают, наверное, очень важную такую деталь, как ответственность, какую-то эстетическую, что ли, часть они упускают, ну и просто почерк, в конце концов, потом выказывает весь характер, выражает, и, ну, в общем-то, такие получаются люди, по почерку которым можно, которых можно сразу понять, что за человек, там, ну, в общем, все его прелести. Ладно, я отвлеклась, давайте дальше. 1-3 класс пишут стирающейся ручкой, так называемой пенна-канчелабеле. Почему это делают, я не понимаю, видимо, потому что считают, что дети слишком малы, слишком, опять же, не хотят их лишний раз наделять ответственностью, бедненькие, если они ошибутся, они же потом расстроятся, потом эта ошибка будет влиять на их там самооценку, на их моральное настроение, и не дай бог, они там начнут стесняться или что-то еще. Короче, они стирают свои надписи, они имеют право стирать в школьных тетрадях, в школьных заданиях, даже на контрольных, они всегда с 1-3 класс пишут этой пенной канчелярией. И теперь с 4 класса они наконец-то перешли на нормальную ручку и начались опять замечания учителей, что неправильно, там, в общем, грязно слишком ведут тетрадь, неправильно пишут. Послушайте, а с чего бы они правильно писали, и с чего бы у них было понятие сформировано о том, что вообще, ну, как бы думать надо, прежде чем ты пишешь. Сейчас этого понятия уже у детей нету, и прививать его таким способом, я тоже думаю, не лучший вариант. То есть получается, мы сначала детей как бы свободу дали, да, освободили, а потом в конце концов мы ткнули их в это же, и потом делайте, что хотите. Дальше. Тут на сегодня настроение такое будто критическое. Я не смешная сегодня какая-то. Не так, окей. У меня вообще каллиграфии. Домашнее задание в 4 классе до сих пор раскрасить что-то. Я себе делала маленькие пометочки. Спасибо, всем спасибо, ребята. До сих пор что-то раскрашивают. Но это опять же к теме о том, что стараются итальянцы развивать в своих детях ответственность, развивать работоспособность, может быть, побуждать их к дополнительным каким-то, я не знаю, к развитию своих способностей. Так что они раскрашивают в 4 классе. Это при том, что 18-й пункт в течение недели не задают им даже домашнего задания. То есть все домашние задания обычно это на выходные дни. Когда человек приходит на выходные дни, у него 2 свободных дня, и он должен что-то раскрасить. Ну, что-то тут не то. 4 класс, а? Как вы думаете? Окей.
Вот. В течение недели единственный вариант, когда ребенок должен сделать задание, это если он что-то не доделал в школе. Но опять же, в школе они такие медленные, что, скорее всего, они все успевают сделать. Так, 19-й пункт. Ученикам не сообщают отметки и только выражают их словесное обозначение. В этом что-то есть, да? Не находите? Им обозначают, допустим, «бениссимо», «бене», «перфетто», «оттимо». И, в общем, все в таком духе. Хорошо, прекрасно, замечательно, или не очень хорошо, или очень хорошо. Так, здравствуйте, Галина. И таким образом можно сказать, что детей не клеймят отметками. То есть, как бы у детей формируется все-таки здравая самооценка, и она не связана никак с цифрками, вот с этими условными, которые выставляют учителя для своего удобства, для своего учета по успеваемости и так далее. Так, окей. Да, есть электронный табель у нас, и эти отметки выставляются в электронный табель, ни в какой не в журнал, так что эти оценки нельзя подтереть, как у нас это было, там, затереть, подправить. Или исправить одну оценку на другую, там втихаря, пока нет учительницы, всего этого здесь нету. Оценка выставляется точно такая, как заслужил ученик, без информирования ученика, прямо в электронный табель, там же смотрят его, естественно, родители. У родителей не есть доступ к электронным табелям. И там же в этом электронном варианте, в этом электронном журнале можно посмотреть, какие... В общем, расписание можно посмотреть, оценки ребенка, можно посмотреть, какие будут мероприятия, меню на неделю и домашнее задание. Вот. Это очень удобно. И кроме этого журнала у нас еще есть, как я уже говорила, группа в WhatsApp с родителями, где они без конца трындят о чем-то. Я это все не читаю, ну, захожу иногда читать мельком, но, если честно, очень тяжело выдерживать такой поток бесполезной информации. Итак, дальше. 20-й пункт. Как я уже сказала, электронный журнал. Все. 21-й пункт. Годовые оценки. У нас было так. Там триместры, да, были у нас какие-то. И мы получали оценки за первый, за второй, за третий. Потом общая средняя арифметическая считалась. И выводились оценки годовые. Здесь немножко по-другому. В России сейчас тоже так называется сетевой город. Это про электронный журнал, да, Галина, я понимаю? Да, тоже, да? Все под контролем идет с родителями, никуда не убежишь, не скроешься, ничего не исправишь. Так? Значит, годовые оценки – это оценки за второй семестр. Здесь по семестрам у нас. Первый семестр ребенок получает оценку такую, как он заслуживает. Окей, а во втором семестре он получает какую-то другую оценку, то есть он исправляет оценки предыдущего семестра первого, подводит как бы свои итоги, подтягивает знания, и эти оценки и выходят за год, то есть никаких средних арифметических они не делают. Хорошо это или плохо, судите сами. 22-й пункт мой – это оценки за поведение. Оценки за поведение в итальянской школе выставляются и считаются важными, и идут, засчитываются наряду с остальными оценками. Точно так же, как и оценки по математике, по там, русскому, хотя сказать, итальянскому, ну, в общем, по всем остальным предметам, это равнозначная оценка со всеми остальными предметами. 23-й пункт. Нет факультативов, кроме религии. Если мы вспомним с вами, то раньше у нас была куча факультативов, которыми мы занимались после школы, либо некоторые из них были внедрены в расписание. У кого там уже в классах постарше, да, внедрялись факультативы в расписание, а кто не ходит на факультатив, у того были форточки. Припоминаем, да, здесь такого нет. Из факультативов только религия, но из моих наблюдений на религию ходят все. Единственный ребенок, который не ходит на религию у нас в школе, это мой сын. Чем он занимается во время того, когда другие на религии? Он занимается грамматикой итальянского языка, учительница занимает его, либо другая учительница ничем его не занимает, разрешает порисовать, либо он читает, ну, в общем, чем-то своим занимается. А ему есть чем заняться, он делает уроки даже,
и потом на выходных он свободен. Так, у меня солнечный луч ко мне пришел. Так, хорошо, 25-й пункт. Школьная форма. Школьная форма. Школьную форму начинают носить еще с детского сада. В детском саду это такая школьная форма в клеточку, типа какого-то халата, скажем так, какой-то халат с маленькими пуговичками, с воротничком обычно белым, ну тут кармашки такие, как у художника на халате, вот, и в школе они продолжают носить такого же фасона халат, только меняется его цвет. Мой сын поменял две школы. В первой школе формы совсем не было, и мы даже не знали, что вообще где-то она существует. А в другой школе, когда мы переехали в Тоскану, оказалось, что на 1 сентября мы пришли неподготовленные. Мой сын был один-единственным в своей красненькой кофточке на линейке среди всех остальных одинаковых в синих халатах детей. Так что школьная форма, да, она есть, но это не такая форма, как, опять же, была у нас. Когда весь наш костюм составляла школьная форма, здесь ты надеваешь свою обычную одежду, просто чтобы ее не запачкать, сверху надевается халат. Кстати, по совпадению, вот сейчас я нахожусь вот в такой вот рубашке, если видно, вот примерно такого же плана и этот их халат школьный, гримбюлино называется. То есть он из тонкого такого плотного материала, который типа там чуть-чуть отталкивает грязь, не отталкивает, ну, в общем, такая штуковина, просто быстро стирать ее, она быстро сохнет, никаких проблем нету, и темная, поэтому не маркая. Так, ну что, у меня сейчас солнце совсем закроет. Я уже заканчиваю, ребят. 26-й пункт – обеды. Обеды предоставляются школьникам только в начальной школе. Вы можете себе это представить? Наши капусты с яйцом, наши смаженки, творожники там какие-то, да? Что там я еще припоминаю? Давайте не будем сейчас в ностальгию уходить далеко. Сейчас стакан воды выпью, да? Дети кушают только в начальной школе. А далее как хочешь. Хочешь, с собой носи. Хочешь, покупай в аппарате. Иногда в некоторые школы приносят типа пиццерии там из лавочек местных, если у кого-то там пекарня какая-то, пиццерии, говорю, прям пиццы, если пекарня у кого-то есть, фокаччу, пиццу там на кусочки порежут и приносят продавать. В общем, все, начинается дальше коммерция, и ни о каком здоровом питании идти речи не может, к сожалению. Я не знаю, как мы будем это организовывать. Скорее всего, я буду призывать сына носить с собой полезную еду, потому что иначе печалька получается. 27-й пункт – чередование уроков и перемен. Об этом я рассказала в начале. Я это хорошо там приписала к чему-то по логике, поэтому, если это будет интересно, пожалуйста, пересмотрите эфир. Я сегодня очень кратко делаю. 28-й пункт – это школа для иностранцев, о которой я хотела сказать вам в конце, в финале. Вначале я говорила, что я еще два пункта вспомнила, которые я скажу в конце, и я о них скажу в конце. Школа для иностранцев – это вообще особая вещь, потому что она дает возможность тем, кто уже большой, типа меня, закончить снова школу, потому что среднее образование, диплом о среднем образовании обязательно нужен здесь для того, чтобы устроиться на работу. Не имея диплома, мы не можем устроиться официально. Ну, можем куда-то, конечно, но по-хорошему надо иметь диплом о среднем образовании, чтобы потом не кусать локти и не бросаться куда-то. Все-таки это целый год. Нужно отучиться, чтобы подтвердить свой диплом о среднем образовании, получить диплом о среднем образовании европейского образца. Так что я пошла и отучилась в вечерней школе, и училась год, и он шел за 8 лет. То есть нам давали информацию за 8 лет обучения в обычной школе. Я надеюсь, что детей учат, конечно, более качественно, чем обучали нас. Диплом, с другой стороны, не подходит? Нет. Наш диплом не подходит. Возможно, дипломы из стран Европейского Союза каким-то образом конвертируются. Наши дипломы абсолютно пустое место. К слову говоря, как и наши водительские права. Не конвертируются, и нужно сдавать с самого начала все. Сдавать можно только на итальянском языке.
я сейчас не говорю о правах, но права там есть, как бы отдельный свой список, который тоже сейчас в последнее время урезали. Теперь там осталось, по-моему, только 3 языка, на которых можно сдавать, из них ни одного знакомого, так что пришлось учить на итальянском. И школу тоже проходила на итальянском. То есть я приехала с нулем вообще в языке, в языковой сфере. И закончила курс 3 месяца вообще для чайников по итальянскому. И пошла в школу. Училась в школе. Обычные предметы — математика, история. То есть, ну, какие-то предметы, они совершенно одинаковые. Математика, физика, ничего не меняется. А, конечно же, история, там, география, итальянский. С этими предметами было больше сложностей, потому что у них совершенно другая программа на этот счет. И нужно было учить, переводить тексты. Вроде как и тексты небольшие, как вот сейчас на теперешний момент. Но тогда мне казались эти тексты большими и сложными, потому что, не понимая языка, очень много времени тратилось на то, чтобы это перевести, а еще же нужно и подучить, а еще потом своими словами как-то рассказать. И когда слов не знаешь, это очень так необычно. Поэтому, да, такая практика имела место в моей жизни, и хочу сказать, что очень хорошо, что я закончила среднюю школу, так как в средней школе можно встретиться и с другими ребятами из твоей же, как бы, тарелки, да, едящие, ну, типа, из твоего же круга, да, с ребятами можно встретиться, пообщаться, там кто-то что-то, может быть, лучше знает, задавать друг другу вопросы, ну, то есть сформировать свой определенный круг интересов и помочь, может быть, кому-то, если что-то знаешь. Итак, окей, 28 пунктов о школе я озвучила, и сейчас 2 последних пункта, как я и обещала, я скажу в заключение. В школе, в итальянской, не пользуются школьной доской, то есть она у них висит там с каких-то времен еще давнишних. На ней прикреплены картинки, рисунки, в общем, что-то там, чем-то она завешена. А итальянцы в классе пользуются так называемым лимом, это проектор называется, да? В общем, такая штука, полотно белое и на нем электронное, только не такая старинная, как у нас была. С такой фарой огромной, там, где крутилась какая-то штуковина. А нормальные электронные пишут прям ручкой в планшете, и все это отображается на экране. Так, и последнее на сегодня — это я хочу вас обрадовать, что школа в Италии это такая система, которая подразумевает 3 отдельных друг от друга, ну, института, так скажем, да, учреждения. Начальная школа, средняя школа и высшая школа – это 3 абсолютно разные учреждения с разной администрацией, абсолютно независящие друг от друга. Поэтому дети в течение обучения, конечно же, неплохо, скажем так, коммуницируют, они учатся с первых своих лет коммуникации, развивают знакомства, учатся ездить в разные места, хотя бы как-то их надо этому обучать, иначе на школьном автобусе и с мамкой на машине далеко ты не уедешь и много не узнаешь. Так что вначале они ходят 5 лет в начальную школу, дальше 3 года они учатся в средней школе, совершенно другое здание. После этого 8 лет они закрывают своего обучения, и на этом обязательное обучение заканчивается. Потом они переходят к высшему, то есть это не высшее, а типа среднее специальное, да, образование, вот, с 9 класса до там какого-то, сколько-то еще лет, там 4-5 лет, в зависимости от специальности, они учатся дальше. Но это уже другая история, сегодня это не в тему. Так что вот, да, интерактивная доска называется. Вот, ребят, если есть вопросы, задавайте. Я сегодня наговорила много, но кратко. Уложилось 35 минут, в прошлый раз у меня было 50 минут. Я пропустила. Подскажите, пожалуйста, учитель один на все предметы или сразу разные учителя на все предметы? Об этом я не говорила. Учителя разные, есть классный руководитель, который ведет определенный там какой-то предмет, например, у нас классный руководитель ведет математику, у нас, не у нас, а у моего сына,
это, кстати, большая ошибка, когда себя называешь ребенком. Нет, не у нас, у ребенка. Остальные учителя приходят к ним в класс. Ну, либо, если они уходят, то только куда-нибудь, на физкультуру, например, или даже на рисование они не уходят. Все время они в одном и том же классе. Так что практически так же, как и у нас в начальной школе. Да. Есть еще вопросы? Как мне надоели эти уши, они мне уже ребят в глазах. О, так лучше. А сколько всего предметов? Так, около 10, наверное. Около 10-12, наверное, предметов. Они сильно не заморачиваются. Есть предмет, например, такой как щенцы, это науки. И это что-то вроде нашего человека и мира, или где-то естествознание это называется. Ой, человек и мир, ЧОГ. Да, ну, знаете, да, такие собирательные такие предметы, на которых несколько дисциплин. Вот так вот по чуть-чуть всего. Отдельно есть математика, геометрии, конечно, еще нету, с алгеброй все это тоже вместе. Потом язык, конечно же, английский, итальянский язык, литературу они еще не выделяют отдельно, то есть все это пока вместе. Потом у них есть обязательно, они играют на флейте, у них есть музыка, где они поют и играют на флейте, представляете, это обязательно. Потом физкультура. Ну, как-то все. География, да, география. Ладно, ребят, все, тогда раз вопросов больше нет, я благодарю вас за внимание, прощаюсь с вами.